Дорогие друзья, всем привет! Очень давно не было морской серии, еще с осени, а уже февраль на дворе, пора бы что-то рассказать. И да, АЦВ выпустили новую серию Marine, M69W и M6W. Честно скажем, это очень серьезное обновление в априори морской серии динамиков, и это не та история, когда вы за комплект динамиков платите 30 тысяч, и они вроде как немножко играют, пока вы стоите на воде, а не идете по ней. Эти динамики обладают большой номинальной мощностью, обладают очень яркими и специфичными характеристиками, и очень интересно играют. При этом стоят абсолютно адекватно. Это все также АЦВ, который не закидывает цены куда-то в облака. Давайте смотреть, что положили в коробочке, разбираться. Поехали. Итак, начнем с модели M69W. Выглядит она следующим образом. Сверху видно сеточку в виде сот. Ниже синенький логотип АЦВ, все хорошо. В эту сетку впаян высокочастотник с материалом диффузора алюминий. И да, сетка практически отдельно. Ее связывает с основным динамиком низкочастотным, только провод от высокочастотника. Почему алюминий? АЦВ это аргументирует тем, что они хотели сделать высокочастотник, который не будет портиться от влаги. А если бы материалом диффузора был майлар или шелк, то он бы в любом случае портился. Теперь поговорим про материалы низкочастотника. Здесь у нас резина, что очень хорошо, и полипропилен, который выплавливался под высоким давлением. Соответственно, он не впитывает и не пропускает воду. То есть, если вы закрыли динамики сетками и очень хорошо их притянули к корпусу, положив специальную прокладку, которая есть на каждый динамик в комплекте, то они не должны промокнуть от абсолютно большого количества брызг. Это все-таки морская серия. А теперь давайте перейдем к их характеристикам. Монтажная глубина у этих динамиков 92 мм, что не так много относительно многих других динамиков из морской серии. Номинальная мощность 120 Вт, сопротивление 4 Ом, чувствительность 89 дБ. Да, это низкая чувствительность, однако при игре от усилка раскрываются они хорошо, играют довольно-таки громко. Мы уже проводили тест, далее его вам обязательно покажем. Ну, а теперь перейдем к следующей модели M6W. Выглядят динамики следующим образом. И сетка также выполнена в стиле SOT. Снизу такой же логотип ACV Marine. И сетка также находится практически отдельно от низкочастотника. У высокочастотника материал тот же самый алюминий. У низкочастотника резиновый подвес и диффузор, который сделан из ABS-пластика, также выплавлены под высоким давлением. Корзина также пластиковая, центрирующая шайба также пластиковая. Все в принципе то же самое, однако характеристики немного отличаются. Давайте теперь перейдем к ним. Номинальная мощность у динамиков 70 Вт, при этом сопротивление также 4 Ома, а чувствительность чуть пониже 87 дБ. Но это в принципе при игре от усилителя не так уж страшно. Играют, кстати, они от 50 до 20 тысяч Гц, закрывая практически весь диапазон, и это опять же здорово. А теперь давайте перейдем к тесту этих и этих динамиков, сравнив его с предыдущей серией динамиков от АЦВ в морской серии. Поехали! То, что было, тут ни кнута, ни пряника, здесь твой новый климат, набирай. Сладок мир, щекот подушки, засыпай, уткнись, реально. Подушки засыпай, уткнись, реальность это сон.
смирился с ним, и внутри постой до момента, как ты проснешься. Тик-так, время все идет. Совсем не понимаю, во что верю я. Мне становится темнее каждый раз, когда открываю снова глаза. Там нет тишины, но, наверное, она будет только там, где не меня. И снова я один, может быть, так лучше. Мне совсем не привыкать. Утекай всё насквозь пропусти. Твой привычный Друзья, прослушали динамики, что можно сказать. В сравнении с предыдущей морской серией, у этих динамиков как-то смещен баланс. В том плане, что низкие частоты такие же, однако средние и высокие выражены намного ярче. Казалось бы, почему так, зачем, что, но нет, здесь АЦВ очень правильно услышали своих пользователей. Все прекрасно понимают, что в маленьких коробах на воде низких частот слышно не будет априори, либо для этого нужно ставить такую массивную установку, что динамики низкобюджетного формата сюда точно не подойдут. Соответственно, ЦВ решили выбрать меньше из зол и оставили столько же баса, добавив больше средних и высоких, за счет чего звучание в корпусах здесь на тесте в магазине не такое балансированное, однако на воде, когда низкие частоты пропадут вовсе, высокие и средние останутся такими же яркими и приятными. Соответственно, ЦВ просто делают так, чтобы у вас была лучше музыка в вашей, скажем, лодке, катере или яхте. Почему бы и нет? В общем и целом, динамики получили такой же формат защиты, однако их установка и их комплектация стала чуть шире и приятнее. При этом возможности установки опять же побольше за счет малой посадочной глубины, а отдельно сделанная сеточка никак не мешает в общем и целом работе динамиков. И да, если вы на следующий сезон хотите себе сделать лодку с акустикой, то сейчас самое время задуматься о том, что же туда ставить. Эту модель спокойно рассматривайте. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте себе качественную акустику.